Привет вам, уважаемые дамы и господа. Решил я сравнить перед разборкой вот эту вот свою самодеятельность, так скажем, с произведением инженеров советских. Вот эти полочники, вот с этими. Давайте для начала посмотрим размеры, как у них отличаются, не отличаются. И затем уже послушаем. Вот их специально поставил рядом. Значит, сами динамики это 20-сантиметровый, здесь 17-сантиметровый. Пищалки оба шелковые. Значит, электроника всяко разная, она и больше, и по весу тяжелее. Видите, да, насколько этот меньше. Единственное, что мои они поглубже. Ну, поглубже, наверное, сантиметров на 5. Ну вот, собственно, и все. Так, значит, напомню, на чем мы пока слушаем. Это все тот же плеер Kavon i9+. А как усилитель у нас идет вот такой вот центр Sony. Эквалайзер стоит на нолях, что там, модель вот LBT XG500. Это вот так, давайте слушать. Что ж, нажимаем play и поехали. Thank you.
Ну вот, господа, этот полочник мы больше не услышим, я его буду сейчас разбирать. И сейчас я сделаю немножко по-другому. Сейчас будет, ну, например, играть это оригинал, это оригинал. Ну, наверное, так. Попробую, чтобы вы знали, какая из них какой окрас дает. Ну, наверное, попробуем так. Все, всем удачи, пока. Пока.